Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем прохождение игры Final Fantasy 9. Так, хотел сказать 8. Так, нам надо бы вызвать себе питомца, чтобы добежать до города. Так, давайте, начнем пока с магии. Да, 144, нормально, нормально. Сейчас, ой. Не на того направил урон. Ну ладно. Так, все, мы их завалили. Быстро получилось даже, я бы сказал. У нас это очень хорошо получилось. Так, скоро апнется наш на 13 уровень. Ну да, пока что снадобье, скелет и 418 голды. Неплохо, неплохо. Так, давайте посмотрим. Мы здесь. А почему грот Гизамалука светится? Желтенькая точка какая-то. Я не знаю. Так, ладно. Здесь вихрь. Пойдемте в вихрь зайдем. Посмотрим, кто там. Песчаная буря слишком сильная. Ага. А я хотел туда сходить. Посмотреть, кто там. Хо. Смотрите, скелет живой остался. После нашей атаки. Ну ладно. Этого-то мы сейчас добьем. Спокойно. Так, еще 52 опыта. Скелет и 418 голды. Так, значит, сюда нам пока что не попасть. Я подумал над тем, что нам надо бы собрать себе много... О, атака сзади. Много этого. Много очков для... этого, как его? На Чокобо. Это он что сделал с собой? Ну ладно, неважно. Да, много очков на Чокобо, чтобы мы могли спокойно... 11 урона, нифига себе, удар топором. О-о-о-о. Круто. Нифига себе, смотрите, она в броне, в каске. А, он себе защиту увеличил. Шикарно, кстати, выглядит. Бука. Вот, чтобы мы себе на Чокобо немного насобирали драгоценности. Но я не знаю, может оставить это на потом. То есть не на запись поделать, потому что денег нам там понадобится много. Да и времени там кучу мы потратим. Так, мы пришли. Так, Фрея, твой дом. Народ, давайте-ка прибавим ходу. Надеюсь, успеем спасти хоть кого-нибудь. Прошло 5 лет. Вот это, все это время я была вдали от дома. Не было ни одной ночи, чтобы мне не снилась Бурмеция. Да, вот мы и в Бурмеции. Так, мне не верится, что я снова здесь. Я больше не тот эгоистичный ребенок, каким была 5 лет назад. Так, время пришло. Твой рыцарь снова служит тебе, Бурмеция. Я помогу всем, чем смогу. И я... Моя тоже помогай. Идем. Бурмеция. Да, конечно, сейчас будут тут замесы. Как мне спасти своего королевства? Я не помню по поводу босса. Так, надеюсь, я найду ответ на этот вопрос. Не будет ли здесь босс? Я не помню. Давно это было. Так. Тут, конечно же, трупы. Понятно. Опа, тут даже бои сейчас будут проходить, что ли? О, молот маны. Ага, круто. Крутой противник, но мы, конечно, круче. Молот маны. 53 опыта, кстати. А молот маны что сделал? О, ясно. Нет, стоп, эфир. Он ману у него забрал. Так, ну тут по здоровью, в принципе,
Только вот тут вот у Буки мало. Полностью, конечно, мы лечить их не будем, потому что смысла в этом нету. Так. Опа. Клоуны. Это снова они. Они настойчивые. Черные маги, маги черные. О, убить, убить. Ну давай. Ну, маги так себе. Да, маги так себе. Как бойцы. А, это версия 1.0 магов. Ха-ха. Классно такое. Блин. Мы 420 урона просто в не туда кинули. Да, 420 урона не туда кинули просто и все. Мы могли бы одного уже убить. Ну ладно. Будет мне урок. Скелета карту. У нас уже 10 тысяч. А? Генерал покарает тебя за это. Да, страшна в гневе генерал. Ну ладно. Так, по здоровью у нас, да, у нас здоровье понизилось. Надо его повысить. Так, что-то слишком громко у меня в ушах. Так. Ну, в принципе, здесь вход. Да. Как бы... Да, здесь сразу же сундук. Получена мягкость. Я не знаю, что это. Это зелье, может, какое-то. Так, здесь еще один сундук. Снадобье. Я знаю, что... Здесь будут происходить бои. То есть, помимо всего этого, мы здесь еще и сражаться будем. Так, вон там еще кто-то валяется. Ага. Туда мы не пройдем. Значит, нам только наверх. Ой, мы кого-то еще встретили. Ух, ёб-моё, что это за хрень? Ё-моё, клинок души. О, мы его сделали хреновым. А это что за цифра 8? 7. Это ему сколько жить осталось, что ли? 6. 5. Я не знаю, что это такое. Надеюсь, это... не смертельно. Так, мягкость, снадобье, еще немножко голды. Так, по здоровью у нас как? Ну, просела, просела. Ну, не так, чтобы уж сильно. Хорошо, здесь не по уровню оружие. Точнее, даже мне кажется, жаль, что не по уровню. То есть, было бы оно по уровню, мягкость получена. Было бы еще... О, кстати. Нет. Оу! Сундук напал. Ха. Впервые сундук нападает. Ух ты, какая крокозябра. А, погодите, такой есть зов. Кого ты призвал? Ясно. Ух. Давай. Он украл у нас снадобье. Ах ты, козел. Ну, сдохни. Давай-ка. 406. 117. Все. Надеюсь, снадобье мы вернем. 133 опыта. Сразу два уровня. И скоро у Вики еще уровень будет. Эфир, пух феникса и 1000 голды. Замечательно. Замечательно. 617 урона. О, 617 здоровья. Так, что по способностям? Ну-ка. Не, ну, да, это, конечно, такое себе. Мне эта способность не радует.
Так, огонь, молния. А, ну да, замедление, точно. Я забыл. Туда мы пройти не можем, остается только вот это место. Да, я знаю, что нам наверх, но мы пока что туда не пойдем. Опа! Ха-ха! Так, стоп. Ну, мы сможем добраться до одного из двух сундуков. К сожалению. К сожалению, только к одному из двух. О, опять эти твари. А, это постепенное окаменение. Он на двоих постепенное окаменение нацепил, сволочь. Но вряд ли, да, вряд ли оно появится, потому что, ну, мы сильны. Еще уровень у Вики. Супер, снадобье, две штуки. Так. Опять сундук напал. Ладно, ладно. Интересно, а что мы сможем у сундука украсть? Давайте ради прикола. Зов опять. Хотя нет. Никаких приколов. Есть, сундук сдох. Украдено снадобье. Ах ты сволочь. Да, смотри, 420 урона ему хватает спокойно. 133 опыта. О, смотрите, Бука, если еще одного такого противника встретим, Бука себе 98-й, ой, 13-й уровень апнет. 14-й. Так, 1016, сильное снадобье и эфир. Ну, в принципе, неплохой такой размен. Снадобье на... Так, ты молчишь, ты нам ничего не скажешь. Так, ты... Ты тоже сдох. К сожалению. А что тут, ничего нету? А? Стоп, что? Блин, я что-то увидел где-то. Так. Их трое. Это плохо. Скорее всего, кто-то да окаменеет. Потому что мы не успеем. Опять. Вон, видите, 4 уже. Ну, хотя, да, нет, вряд ли. Они не успеют окаменеть. Ну, я надеюсь. Да. Супер, они не успели. Так, и левел получает Бука. Желе. Так, снадобье, 3 штуки. Мягкость, 699. У нас уже 13 тысяч. У нас же 13 тысяч голды. Так, давайте посмотрим по способностям у нашего... Так, тут ничего нету, а тут... А, желе просто прокачалось. Так. Выйти на балкон, да. Во! Вот я про что. То, что мы смогли куда-то перепрыгнуть. О! Бурмицинский солдат. Ух! Так, возьми колокольчик под кроватью во дворец. Так, под кроватью во дворец. Защити короля, умоляю. Помер. О! Колокольчик. Глянуть под кровать. Серебряный колокольчик. То есть не зря мы сюда пошли, да, не зря. А куда клоун оттуда делся? Ну, вы же сами понимаете, что он же... Они с двух балконов заходили. А куда он-то делся? Так. А как нам за тем сундуком сходить? Что нам надо было сделать, чтобы его достать? Аккуратненько пройти и не упасть? Или, точнее, идти
на корточках, а не бежать. Вот мне интересно. Так, все, мы наверху. Пошли. Позвонить в колокольчик. Но это мы уже читали не раз, поэтому зайдем внутрь. Мы не можем сохраниться сейчас, потому что у нас, ну, негде. Так, Артем, Бурмицанский дворец, вверх по лестнице. Должно быть, он в руинах, как и все вокруг. Мне невыносимо больно это видеть. Я понимаю, но нам нельзя отступать. Мы должны узнать, кто за всем этим стоит. Я хочу понять, что происходит, почему черные маги так поступают. Вики тоже напуган, но мы должны смотреть правде в глаза. Фрея, все будет хорошо. Вики, я надеюсь, ты найдешь ответ на свои вопросы. Однако они могут навсегда изменить твою жизнь. Да, но я должен узнать, кто я. Мне страшно, что если я всего лишь бездушная кукла. Вики? О чем твоя говорит? Твоя не кукла, а твоя как наша. Кто-то идет. О, ребята. Кто вы такие? Вы с этими мерзкими ублюдками? Нет. Грязная ложь, с тобой один из них. Нет, я никого не сделал. Я ничего не сделал, я никому не причинял вред. Вранье. Он говорит правду. Фрея? Я рада тебя видеть, Чейз. Черт, давненько не виделись. Хотел бы я знать, где ты была все эти годы. Так, но сейчас не лучшее время для разговоров. Нам надо убираться отсюда и побыстрее. Здесь повсюду черные маги. Чего же вы ждете? Где король? Не знаю, во дворце его нет. Ладно, я ухожу, мне нужно позаботиться о семье. Фрей, забудь о короле и уноси отсюда ноги. Мы не соперники этим черным магам. Ой, да ладно вам. Так, я защищу мой дом и моего короля любой ценой. Идем во дворец. Ну да, да, так и есть. В любом случае, идем. Так, тут ничего не заныкано? Нет, ничего не заныкано. Так, я смотрю, здесь трупаки чьи-то. Понятно. Так, я вижу вход наверх. О, толкнуть. Вот же хреновинская, она даже не шевелится. Толкнуть. Ладно, пошли внутрь. Хм, слабак. Так. А как нам за тем сундуком? Я не знаю. Как нам тот сундук достать? Нет. Ну ладно, пошли вниз. Дорогой, нам нужно выбираться отсюда. Милая, я не могу двигаться, спасайся сама. Нет, я не покину тебя. Помнишь, какое обещание мы дали друг другу в гроте Гизамалука? Я не забыл о нем. Но сейчас единственное, что я хочу, это чтобы ты выжила. Ты и наш малыш. Пожалуйста, дорогая, позаботься о нем. Пусть он вырастет сильным. Окан. Здесь слишком опасно. Вам нужно бежать в Линдблюм. Уверен, регент Сид поможет вам. Но мой муж, его ранили. Черные маги. Он не может двигаться. Как же нам добраться до Линдблюма? Поберегись. Охренеть. А что статуя рухнула? Фух. Чуть было не накрыло. Боже, спасибо. Спасибо тебе большое. Вэй, Кан, вы живы? Чудом остались живых. Не подсобишь мне? Конечно. Так, бери его и тащи. Еще раз спасибо, приятель. Быть может, мы увидимся в Линдблюме. К тому времени наш малыш появится на свет. Я бы очень хотел, чтобы ты его увидел. Да, было бы круто. Будьте здоровы. Значит, Линдблюм, да? Чё? А чё мы вышли-то отсюда? Ага, потому что тут ни черта нету. Так. О, статуя упала. Круто. А...
Да, сундук, конечно, все равно пока что не видать. Ну ладно. О, здесь сразу два сундука. В одном палатка, а другой, наверное, нас сожрет. Нет, пух Феникса. Вот этот нас сожрет. Потому что он боком стоит. Тут же видно, что что-то не так. Да, не может сундук стоять боком. Зов, опять ты кого-то призываешь. Опять этого придурка. Крит, 54 урона. Украдено снадобье. Кража. Эфир украден. Он украл эфир. Побег? Куда ты собрался бежать? Козел! Блин. Ну ладно, хотя бы 80 XP мы получили. 777 голды, пух Феникс, эфир, имитатор. Имитатор? Так. А что это за карта? А, вот что такое имитатор. Да, это, кстати, крутые карты. Они очень и очень крутые. Уровень коллекционера 390R. Новичок. Вы хотите выбросить карту? Нет. Так. Там, туда наверх замок. Мы пойдем сначала налево, а потом пойдем направо. Копье, копье! Офигеть, смотрите, крутое копье. Что-то из этого может пригодиться. Смотрите, какое шикарное копье. Это копье. Ну, я так и понял. Забирай себе, оно реально крутое. Оно легкое и хорошо лежит в руке. Мифриловое копье получено. Ну чего, погнали вручать людей Так. Ну чего, погнали вручать людей черным магам. Ну ты знаешь, что я не про тебя. Да, все в порядке. В таких штанах смешных, но не важно. Он боится. Вики, не ссы, все будет нормально. Так, давайте посмотрим, может мы себе здесь что-то найдем? Нет. Давайте тогда посмотрим по снаряжению. Ну, всего два урона. Ветер Рейза. Так. Все, мы снарядились. Нам бы, конечно, сохраниться. Но вроде здесь и будет сохранение. Да. Точно. Опа. Громовой посох. Гляньте-ка, кто здесь. Браток. Не хочешь прикупить что-нибудь? Опа. Нет, стоп. Сначала снаряжение. Громовой посох. Да. А это дает молния второго уровня и отравление. Шикарно. Так, способности. Вики. Молния второго уровня. Наносит большое повреждение молнии одной или нескольких целей. Охренеть. Вызывает отравление одной или нескольких целей. Это хорошо. Так, но я еще по способностям хотел вот здесь посмотреть. Потому что у нас как бы прикрытие осталось. И все. Да? Ладно, давайте посмотрим, что можно купить. Вот что у меня есть. Мягкость, сильное снадобье, эфир. Все отдам за 339 голды. Отлично. Мягкость, да, ага. Спасибо, этого мне хватит на пару дней. А теперь... Ага, ясно. Так, стоп, подожди, не записывать. Купочка, муглавка. Что такое муглавка? Охренеть, мы можем покупать.
Так, берем. 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 Берем две. Стоп, подождите. Так, не стоит. Вдруг там дальше? Нет. Берем. Берем две. Снадобье. Пух феникса. Мягкость. Но этого у нас достаточно. Так. Отмена. Мы можем теперь... Так. Нет, это шикарно. Мы теперь можем закупаться. Так. Ой, стоп, нет, стоп. Последнее. 34 атаки. Смотрите, эта вилка дает 21, это дает 34. Охренеть. Так, стоп, подождите. А, ну, по способностям у нас ничего не прибавилось. Да и здесь, о, желе. Что желе дает? Окаменение, ага, ясно. Так, что у нас дальше? Может, что-то новое дали? У нас же куча новых предметов. Нет, к сожалению, ничего. Так, у нее, кстати, по магии вообще ничего нету. Она у нас как бы танк. Так, ну здесь есть отравление столбняк, окаменение, последовательное окаменение. Так, что у нас по предметам? Нормально, нормально. Нормально. Ну все, мы готовы. Давайте сохраняться. Отдых, запись. Запись, да. Мы шикарно идем. У нас прям все реально шикарно. Просто шикарно. Такие крутые предметы. Так, второе сохранение, да. Конечно, у нас денежек меньше сейчас будет. 6700. Но мы на монстрах 13 тысяч подняли. Так что... Как бы это не жалко. Мне реально не жалко. Идем в замок. И начнем гасить черных магов направо и налево. Блин, это ужасно. Фрея, мне очень жаль, но думаю, вряд ли король выжил. Так, я не знаю, что сказать тебе. Оставлю ее в покое. Мэри, надеюсь, с тобой все хорошо. Ага, так. Интересно, куда она двинула? Я не знаю, что тебе сказать. Мы можем лишь надеяться на то, что король все еще... И все остальные смогли уйти. Оставить ее в покое. Вики, пойдем глянем, что там. Фух. Фрея. Там, там кто-то есть. Чего вы ждете? Забирайтесь. Блин. Тебе легко говорить, мне бы такую прыгучесть. Так, наверное, надо начать отсюда. Попрыгали. Хорошо. Ну, ёлки-моталки. Вики, ты поглядись. Тут всяко должна быть лестница. Ты забирайся, а я пока догоню нашу шуструю. Моя встретится, когда найти еда здесь. Все вообще разбежались кто куда. Просто суть в том, что мы походу одни. О, королева Брана. Я знала, что это ее рук дело. В смысле знала? Я решила вернуться в Бурмецию, потому что услышала, будто Брана положила глаз на наше королевство. А дедушка... Девушка рядом с ней должно быть генерал Беатрис. Это и есть Беатрис. Хладнокровный рыцарь, не ведающий милосердия. Беатрис. Так, посмотрим. Что же сейчас будет? Беатрис. Да, Беатрис. В мире много могучих воинов. Некоторые из них гораздо сильнее меня. Это... А кто эта баба с копьем? Беатрис Александрийская. Говорят, она самый лучший фехтовальщик на континенте. Сэр
Что, сэр? Эретли. А, Эретли. Лаблин. Да, поймай, пожалуйста, Фрея. Бурмеция сейчас пребывает в мире, пока остальные народы медленно, но уверенно набирают мощь. Не знаю, хватит ли у меня сил защищать Бурмецию. Так, именно поэтому я должна отправиться в странствие. Сэр Фрелли, я не смогу жить без вас. Фрейя, с тобой все будет в порядке. Проверь свою силу и весь свою жизнь в руки судьбы. Так это ее возлюбленный. Когда мое кругосветное путешествие подойдет к концу, я вернусь в Бурмецию. Тогда пообещайте мне, что вернетесь невредимым. Ха, обещаю. Фредли, ты так и не вернулся. Ты не оставил мне ничего, кроме слухов о своей смерти. Я не верила им. Не верила и не верю сейчас. Не поверю, пока не увижу личное доказательство твоей смерти. Я исхожу весь свет вдоль и поперек, если потребуется. Ты в порядке? Да. Я просто подумала о прошлом. Так, рад, что ты все еще не потеряла надежду. Это еще кто? Таинственный человек. Этот дождь просто прекрасен, вы не находите? Так, он как будто благословляет нашу победу. Да, это великая победа, Куджа. Твои черные маги сильно облегчили нам задачу. Меня беспокоит то, что мы не можем найти короля. Мы должны разобраться с ним раз и навсегда, чтобы эти мерзкие грызуны больше не доставляли нам хлопот. Беатрис, почему его все еще не нашли? Ваше Величество, я приказала Арли и Кинни все обыскать, но пока от них нет ничего не слышно. Я займусь поисками лично. Ты зря тратишь время. Почему? Крысы, почуяв землетрясение, всегда ищут новый дом. Они сбежали в этот крысятник. Поэтому, как видишь, ты опоздала. Король убежал, поджав хвост. Дом на дереве? Ты имеешь в виду Клейру? У нас возникнут большие проблемы, если они доберутся туда. Клейра? Пока не оставим песчаную бурю. Пока остановим песчаную бурю, мы не сможем найти, напасть на них. Мерзкие пронырливые крысы. Куджа, что ты думаешь? Без сомнения, с твоими возможностями мы одолеем этих трусливых крыс. То есть песчаная буря? О, интересно, может туда отправимся? Разумеется, Ваше Величество, я буду рад продемонстрировать свою мощь во всей красе. Уверен, вы будете довольны. Прикажите собрать войско вокруг Клейры. Если дрянные грызуны окажут сопротивление, моих магов может оказаться недостаточно. Кажется, мы попали. Этот человек, кто он? Без понятия, никогда его раньше не видел. Он сказал, что собирается в Клейру. Всегда было интересно, почему ее зовут городом иллюзий. Тоже не знаю. Клейра была в изоляции сотни лет. Если мой народ ушел туда, то они будут в безопасности, во всяком случае, какое-то время. А что это вообще за место? Народ Клейры изначально был родом из Бурмеции. Много лет назад между ними и бурмецанами разгорелась вражда. Теперь жители Клейры живут вдали ото всех, защищенные песчаной бурей. Смотри, один из ваших. О чем он думает? Ядрен кабачок. Что? Бурмецанцы не сдаются без боя. Готовьтесь к смерти. Ты бросаешь вызов мне, Беатрис Александрийской? Беатрис? Я ценю твою храбрость, но не проявлю милосердия. Стопе! Сначала тебе придется сразиться с нами. Мы разберемся с ними. Найди короля и защити его. Спасибо тебе, Фрея, и удачи. В жизни меня так не оскорбляли. Вы оставили бросать мне вызов, Беатрис Александрийской? Так, сейчас начнем мочить Беатриску. Так, нас четверо, она одна. Мы сольем. Прыжок, сразу же.
Так, начнем с вот этого. 370. Так, предметы. Сильное снадобье. Бука. Черная магия. Огонь. У нас... А, подождите. У нас же есть этот. Фрея прыжок. А ты давай вот этот. Используй. Блин, я опять черную магию использовал. Не ту. Молниеносный порез. Пофиг, пофиг, пофиг. Так, предметы. Сильное снадобье. Вики. Так. Артем, сильное снадобье. И давай... Копье. Ну, пока мы их хорошо наваливаем. Так, черная магия. Молния второго уровня. Да. Предметы. Зелье. Да, давай. Фрея. 202. О, молния второго уровня. 493. Она еще жива? Шок. Так, стоп, F1, черная магия. Блин, давай. Молния. Так, стоп, нет, предметы. Надо воскрешать меня. Еще 527, и она все еще жива. Предметы, эфир, Артем, давай. А, все, смотрите, вы не ровни мне, гнев небес. Смотрите, мы все ослабли. Никчемные глупцы. Но мы продержались, мы продержались. Ничтожество. Так, есть здесь хоть один достойный противник. Идем, Беатрис, нужно подготовиться к штурму клеймы. Да, ваше величество. Ну и что вы за птицы? Еще одна мерзкая крыса и... этот парень может создать проблемы. Это он про меня или про нашего маленького мага? Блин, нас разложили в пух и прах. Ну да, мы слабоваты. Нам нужны уровни, я не знаю, 30-е где-то. Это еще кто? Вики. Бедный Вики. И я тоже. Это еще что такое? We will rock you. Так, ладно. Что это за пугало? Охренеть, у него дракон есть. Слушайте, дракон классный. Ну да, мы, конечно, такого бы не одолели. Так, а сейчас мы у врат. Ага, в последнее время было очень много проблем. А ты про Бурмецию? Я слышал, на них напала армия магов в остроконечных шляпах. Я хочу сказать, я сражаться на передовой, вместо того, я гнию в этой вонючей дыре. Правда? Я не люблю воевать. И зачем придумали эти войны? Тот парень, ну, со здоровым венным шлемом, не показался подозрительным? Нет, по мне, так как обычный. А не ты ли подумал, что он был подозрительным? Ты меня знаешь, я всех подозреваю. Но я тебе говорю, люди, которые нравятся гизальские огурцы, хорошие. Я завидую ему, эти огурчики единственные, которые я не перевариваю. Слушай, ты в курсе, что ты ненормальный? Я знаю, как ты думаешь, я оказался здесь? Ах ты, понятно, ворота охраняют только ненормальные. Так, вот мы едем, так. Кондуктор сказал, что мы скоро прибудем на станцию Вершина. Принц? Госпожа Мэри. Она заснула. Ща проснется, не переживай. Так, принцесса верит в то, что она услышала о королеве Бране. Так, королева ни за что не начала бы войну. Это какое-то недоразумение. Принцесса пойдет, поймет это, когда поговорит с ее величеством. Я не должен отвлекаться на такие мелочи. Все, о чем я должен думать, это защищать принцессу. Чувак, нам надо походить и... Так, станция Вершина, станция Вершина.
и... Так, стоп. Мы вышли все? Спасибо огромное. Всего хорошего. Нужно подождать, пока не прибудет вагон до Александрии. Как долго нужно ждать? Он прибудет, когда этот вагон вернется на станцию Бодан. Поэтому ждать примерно столько же, сколько вы провели в городе. В дороге. А, почему бы вам не подождать в зале ожидания? Хорошо. Так, что-то не так, Штайнер? Принцесса... Я, кажется, уже говорил. Александрия, наконец-то мы дома. Ты уверен? Мы впрямь дома, но замка все еще не видно. Принцесса, для вас Александрия может быть всего лишь замком, но ты думаешь, я все еще наивный ребенок? Нет, нет, я не... Все хорошо, идем. Так, начнем с того, что... Да. Нет, снаряжение. Начнем с тебя, моя дорогая. Лучшая, да. Так, это хорошо. Так, Штайнер. Да, кулак, замечательно. Так, способности. Начнем со Штайнера. Отрицательный удар, что он дает? Количество повреждений зависит от разницы между вашим... Ага, ясно. Так, Оз. Убийца насекомых, убийца зверей. Ух ты. Зоркий глаз. Предотвращает атаки сзади. Ну, интересно. Кстати, реально интересно. Че нам не надо? Убийца птиц? Убийца зверей? Убийца зверей? Да это задница убийца зверей. Обучение? Ну, нет, бдительность. Так. Ну, все. Да, все, мы оделись. Давайте погуляем. О, поговорить можно с парнем. Поклонник... Ага, стоп, нет, не то. Стоп, подожди, че я нажал-то вообще? Добро пожаловать на станцию Вершина. Ты знаешь, как работают эти вагоны? Нет. Беркман была постоянно... так, построена 8 лет назад. Это символ дружбы Александрии и Линдблюма. Она работает на тумане. Такого движок изображен местный Линдблюм. Короче, понятно, как работает. Мне это неинтересно. О, можно в карты сыграть. Давайте сыграем. О, здесь я чувствую себя в безопасности. Я хотел бы остаться в Джефом, но у меня есть твоя работа. Так, да. Стоп, подожди. К сожалению, я не захватил с собой карты. Ладно, тогда давайте-ка пока что на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!